самое главное, реально, эта камера даже не телевизионное качество выдает, а в 4 раза лучше. То есть это надо смотреть на больших ЖК-шках. Я когда только ее купил, поехали с кучей племянников в цирк. Я там на улице заснял буквально минут 5. Дома посмотрел, и я был в шоке. Это лучше, чем по телеку вот эти репортажи ведут, намного. Специально сравнивал уже потом, реально все пиксели работают. То есть по-русски все точки, все абсолютно работают. В фотиках беда какая? Врут. У них пишут там, что 12 миллионов пикселей, а на самом деле максимум 5. Если пишут там 4, максимум 1. Здесь вот написано, что 1,5, и реально 1,5 работает. То есть для видео 1,5 миллиона это очень много. Единственное, зум бы ей. Но зума нет. Ну давай за... Чего ж ты, все нормально? А ты, Сашка, не стебись. И только, кстати, вчера доперли, что у него легких штанов-то нет. Вчера пошли, купили легкие штаны, сегодня я торможил. Сейчас только дошло, что есть же уже легкие, а он все равно более теплый. Блин. Хотя, может, их еще постирать надо было. Может, они стираются, фиг его знает. Не, кстати, значит вру, значит не вчера. На сутках же она вчера была, значит позавчера. И значит мы с ним 2 дня не в тех штанах гуляем. Ой. Она скользкая. Да. Вот это у нас огромная беда. Вещи берем, а начинаем использовать уже потом. Несколько вещей уже выкинули, не поносив. Почему-то привыкли вот к одним вещам, мы их берем и все. Хватайся рукой сразу за ногу. Молодец, почти получилось. Ксюха, хочешь, покажу, куда нужно руку перехватывать, сама быстро залезешь? Или не хочешь? Понятно. Ну не хочешь, не надо. Если надо, позовешь, я помогу и научишься быстро. Там прикол в том, что нужно по очереди руки перехватывать. То левую, то правую. И все. И ногами упирайся в бока, в деревяшки. Саш, ты ее чуть не скинул сейчас. Ты аккуратней. Ну давай. Вообще такой кайф, что он до спортмастера дорос. Там вещи за ту же цену, но настолько лучше, что обалдеть можно. Ну опять же, та же цена на распродаже, само собой. Без распродаж там, конечно, дороже. Но на распродаже вон сандали 660, по-моему. В детях они же 660. Но в детях они сделаны из пластика, здесь они из пены этой. Ну, как он? Вот эта мягкая хрень. Она очень мягенькая. Потом внутри стоит супинатор, в детском магазине ничего нет. То есть у него остаточное явление плоскостопия. Сказали, можно носить стельку, можно не носить стельку. Но вот эта подошва, которая здесь, она уже стельку заменила. Все. Мягкие, удобные. Выправляют ногу. Вещь. Отойди, я тут. Саш, на будущее. Не можно отойди, а отойди, пожалуйста. Термины путает. Лишь бы у него